кошка здесь у нас. Да она обнаглела, она вообще где вот хочет, там как бы, ребята, и она вообще спит как бы. Это Лили, где ей удобно. Лили, ну вообще как уже бы. Уже я где все. Борзотень, ну. Я поставила тесто своим любимым способом в холодильник, который надо убирать. Угу. Ставила тесто на воде без яиц. То есть у меня на 400 мл воды ушло 600 грамм муки. Добавила 3 чайные ложки сахара. Сделала тесто не сладкое, чтобы сделать пиццу из остатков, сделаем булочки. Просто сахара добавим в булочки побольше. Настюха, режь громче. Сейчас, давай. Что я еще? В тесто добавила чайную ложку соли и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Вот невеста завидная будет, представляете, она все умеет, как мама. А теща-то какая я буду золотая, если кровь, да? Бронируйте заранее. Да, сейчас. Я говорю, спасибо, что, не надо. Только что сказал, говорю, не представляю, как, Настя, я тебя буду отдавать в другую семью. Для меня может, это вообще... Может, не отдавать, я не платила. Жить до старости. Приведу сюда. Увеличимся. Не волнуйтесь, я здесь точно ничего не буду. Я только полила. Ну, так надо было сразу же позвать? Да, добавлю базилик. А это чем ты полила? Просто расскажи, как бы, люди ведь не понимают. Я уже убрала его. Ой, любовь. Кто-то скажет, что мы вообще, блин, на импортозамещение перешли, но действительно мы как-то все берем. Стараемся, наши, да, импортное брать. Оно по деньгам не так выходит дорого, как вот думают. В принципе, там, ну, цена небольшая разница, да? Но да, в то же время там в тех продуктах, именно в импортных, ребят, нет всяких заменителей, всяких ешек и тому подобное, крахмалов. То есть все натурально. Половину пиццы я посыпала базиликом, добавила. Та половина для детей. Они не любят эту травку. Это кетчуп получается. Да. Но обычно, когда соус для пиццы варят, его тоже как бы добавляют базилик, он дает аромат. В принципе, его вот можно в сухом виде добавить, оно во время выпечки тоже как бы даст эту необходимую аромат, запах. Необходимый аромат? Да. Она уже хочет кушать. Ребят, я просто знаю, когда она хочет кушать. Вы даже не представляете, как мне приходится с ней бороться, когда она готовит рецепты, и она сглатывает, я это все вырезаю. Особенно мне так охота что-то. Поэтому все у нас готовится с любовью. То есть Марина очень... То, что она готовит, это она сама выбирает. То есть, буду готовить в духовке. Получается, духовку я уже включила на разогрев на 200 градусов. Пока вот быстренько делаем. Угу. Колбаса, да, ребят? Да. Ну, что такое? Кто-то по желанию оливки добавляет. Мы как-то не очень любим. Мы все по, это, по советскому времени. Раньше пицца мама у нас... Вот у меня мама именно такую делала. У тебя, Саша, мама как делала? Маники делала. Вчера Саша в 11 часов вечера пристал ко мне со своим манником. И в итоге я ему все-таки его испекла. И сами сожрали. Тоже поучаствовали в этом. Я утром сегодня. Лили. А ей пофигу, она, ребят, это колбасу не ест. На свой корм ест, приучила. Она может на столе лежать, она ничего со стола не возьмет. Поэтому мы по этому поводу не беспокоимся. Да, в свое время приучили корму, как бы она это за еду не держит. То есть ты сейчас колбасу так поднеси, она скажет, что дурак, что ли? Проэкспериментируй. Проэкспериментируй. Не, подожди, откушу. Он же не выкидывай. Ты что, дурак, что ли? Ну, это кусочек получается. Мусорку. Блин, обидно. Надо было еще меньше. Можешь положить, она может съест. Съест она. Не будет она его есть, она дура, что ли? У нее там корм, блин, качественный. Проплан. Да, не проплан. Проплан, да? Проплан. Ну так-то колбаса, ничего, вкусненькая. Куда сыр добавить? Так, помидорки, сыр сверху. Маринка думала, сыр брать, не брать, потому что очень много подделок. Ну, зашли, я говорю, ну давай посмотрим, повыбираем, что-то вот нашли. Я говорю, может быть, этот все-таки Грудинин как-то контроль качества у себя там устраивает. Как вы думаете, ребят? Кстати, на Грудинина не похож. Хотя усы поменьше, побольше, вернее. Что-то другое, да? Настя там фигачит мне салат, ребят, вы даже не представляете, какой она салат делает вкусный. Масло сколько налила? Ложку. Опять ложку? Да блин, Саша, чашка. Марина, опять ложку. Да не надо мне ложку масла лить-то.
Не надо мне, сухо, Марина, помидоры, Марина, посмотри на меня, не надо мне ложку ложить в масло, не надо. Это не помидоры, не сухие. Не надо мне, ты понимаешь, ты же готовишь мне, не надо мне ложить. Все, мы тебя позовем в следующий раз, положишь себе сколько. Не надо, пол ложки ложить и все. Угу. Все, пол ложки, скажи. Все, я помидор что-то лишковато нарезала. Давай мне. Конечно, у нас ничего не остается. Чайки. Чайки на вечере? Без присмотра. Слава, их только не из помидора. Да, получается. Ну, помидоры вкусные, ребят. Я эти взял, как они. Азербайджан. Ммм. Угу. Ну все, остался сыр, и все. Да. Видите, я уже не матерюсь. Контролирую себя, да? Да. Так, что у нас в духовке? 200 градусов вверх-вниз. Все, поставили. Ждем. Прошло 15 минут. Пицца готовится достаточно быстро. Давай, ты можешь, Маринка. Ух ты, это ты каждый раз так сбрасываешь? Да. Охренеть. Вот так. Какая пицца получилась? Ну, запах просто вообще как бы. Ладно, маску достанем. Угу. Вот у меня осталось тесто, я сразу булочки сделала. Угу. Мы сейчас их выпечем. Сладкие? Вкусные? Да. Тут вот с маком булочки и с кокосовой стружкой. На совок ковыряла. Замороженные. Мамина Маринка все время экспериментирует. Все. Отправляем. И также при 200 градусах выпекаться. Угу. Дадим пицце чуть остыть, потом разрежем. Хотели выключить? А холодильник-то включила? Да, холодильник. Да, давай. Что, оставим? Да, давай, доставай. Вот такие булочки получились. Да. Булочки, ну, это все готово. Чтобы вид у булочек был еще более аппетитный, они и так, в принципе, да, аппетитные, Саша, получились. Я их сверху смазываю сливочным маслом. Да хрена! Но они будут такие... Нормально они так, все. Отстань, ты будешь все маслом мазать. Ты что, попробовала, если я еще не нарезала? А как, вот тут отрезано? Ну так это целый кусок, да? Ты дай давай мне вот это. Женщина, а? Ну как ее схочет. Все, я пошел. Рецепт теста мы оставим под видео. Ребята, вкусняшка вообще. Зараза, помазала маслом, да? Ничего не помазала, видишь, они не мазала. Маслом мазала. Ничего не мазала. Вот уже пиццу уже растащили часть. Но, в принципе, получается достаточно много из такого малого количества ингредиентов. Вкусно? Нет. Да. Ну все, приятного аппетита. Да, сейчас чайки, смотрите, такие руки. Ждем. Все, руки ждут. Чай, давай. Ну-ка, сдриснули к себе в комнату, детки. Блин, ну такой взгляд. Гони этих чаек отсюда. Ну-ка, бегом в свою комнату спать. Что вы тут устроили, а? Спокойной ночи. Чаечки, блин. Ну вообще, каждый вечер. Ну-ка, кыш отсюда. К чайке, к себе в комнату. Самое главное, они на папином месте ведь. Чайки. Они утром тут.